сегодня в выпуске: нас не пугают трудности. На сегодня там открыто 6 месторождений. На юге области планируют добывать миллионы тонн нефти. Покупаем тюменское. Торговые сети понимают, что без товаров местного производителя они никому не интересны. Областная программа продвигает натурпродукт. Малый не промах. Здесь детские тележки высокие, как раз под нас рост. Как лилипутам живется в большом городе. О самом важном и интересном в жизни города и региона узнаем вместе в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. В Тюменской области нет доступных инструментов кредитования малого и среднего бизнеса. Сегодня эту тему обсуждали в Тобольске. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Якушев отметил, что проблемы предпринимателей понятны региональной власти. В существующих условиях финансирование невозможно без достаточной материальной базы, и ее у начинающих бизнесменов нет. Поэтому доступ к кредитам для них закрыт. Но при этом регион остается привлекательным для иностранных инвесторов, которые дают новые импульсы развития тюменской экономики. Если мы будем говорить о развитии экономики Тюменского региона за последние годы, то индекс промышленного производства у нас менее чем за 10% в последние годы не рос. И если мы будем смотреть с 2006 года по 2013 год, то наша экономика практически выросла в 2,3 раза. Это очень серьезный такой прорыв, это один из самых высоких показателей в Российской Федерации. Это не просто слова, это статистика, а статистика, как говорится, вещь упрямая. С начала 2013 года в регионе открыто 21 производство в сфере строительства, нефтепереработки и продовольственных товаров. Больших инвестиций потребует и масштабный Тобольский проект. С когда-то забытыми нефтяниками, южными территориями региона, сегодня связаны большие надежды по добыче трудноизвлекаемых углеводородов. О перспективах и планах. Ксения Яковлева. Впервые о нефтяных перспективах юга Тюменской области заговорили в 50-е годы прошлого столетия. В то время была создана карта Увадского района. Однако глубоко погружаться в изучение территории тогда не стали. Стоял выбор: или открыть самотлор, или открыть маленькое месторождение на юге области. Мы пошли по первому пути. В 21 веке ситуация изменилась точностью да наоборот. Перспективы пополнения запасов и наращивания объемов добычи нефти в Западной Сибири связаны теперь с югом региона. Сегодня запасы черного золота здесь оценивают почти в 2 миллиарда тонн. И под спорьем Увату выступает Тобольск. Возможно, вскоре он станет территорией не только нефтегазохимии, но и нефтедобычи. На выходе реализации еще одного проекта мы не стали лукавить, не стали ничего выдумывать. Назвали его тоже этот проект от территории, где он будет реализовываться, назвали его Тобольским, но на самом деле это группа месторождений, которая находится сегодня на границе Увадского, Тобольского и Вагайского районов. Значит, на сегодня там открыто 6 месторождений, значит, планируется, что это будет группа порядка из 26 месторождений. В пике можем добывать до 30 миллионов тонн. Это сделает Тобольскую территорию более самостоятельной и инвестиционно привлекательной. По словам специалистов, нефть Тобольского проекта по качеству не уступает знаменитой техасской. На данный момент в мире она ценится выше остальных. Однако черное золото нашего региона относится к категории трудноизвлекаемых. Поэтому разработчики Тобольского проекта надеются на помощь крупных нефтяных компаний, у которых есть новейшие технологии нефтедобычи и средства на их внедрение. Кроме того, не обойтись проекту и без поддержки государства в части налогового стимулирования. Тюменские ученые отправили свои предложения в Роснедра и Министерство финансов, где уже сегодня рассматривают и, вероятно, одобрят введение льгот по налогу на добычу полезных ископаемых для Тюменской свиты и Юры. Это так называемых трудноизвлекаемых запасов нефти. Принятие таких мер, безусловно, повысит эффективность их разработки. В этом случае Тобольский проект получит более интенсивное развитие, не обойдет положительные тенденции и УВАД. При таком стечении обстоятельств к 2020 году, благодаря югу Тюменской области, добыча нефти в Западной Сибири увеличится на 20 миллионов тонн. Ксения Яковлева, Леонид Альзаревич, Сибинформбюро. На юге области реализуется и другой крупный проект – молочный. Подробнее о нем после краткого обзора событий. В
Два новых детских сада появятся в микрорайоне Тюменский уже к концу этого года. Кроме того, в 2015-м планируют открыть еще один детский сад в районе улиц Менделеева и Федорова. Есть и другие, более долгосрочные планы до 2025 года. Это одна общеобразовательная школа на 200 ученических мест, одна общеобразовательная школа на 1000 ученических мест. Еще одна школа ближе к микрорайону МЖК 1000 мест и детские дошкольные учреждения общей вместимостью 1507 мест. Уже сейчас в детсадах Тюменского микрорайона не хватает мест почти для 600 детей. За лето в Тюмени необходимо отремонтировать 30 километров коммунальных сетей. Подрядчики определены аукционами. С теми, кто еще не готов к работам, отраслевой департамент будет разрывать контракт в одностороннем порядке. По результатам работы в 2013 году мы расторгли 10 муниципальных контрактов, там, где подрядчики оказались просто не готовы к работам. Причем это 10 муниципальных контрактов, достаточно большую сумму, 130 миллионов в общей сложности они составляют. В прошлом году по вине подрядчиков 7 километров сетей не были отремонтированы. Их включили в план работ этим летом. Сегодня замены требуют около 30% городских сетей. Уникальные документы из архивов президентской библиотеки имени Ельцина станут доступнее. Соглашение о сотрудничестве подписал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Якушев с генеральным директором библиотеки Александром Вершининым. Сейчас в хранилищах более 300 тысяч уникальных материалов, которые вскоре пополнят документы, обнаруженные в Елутеровске. Работники архивов, к сожалению, иногда имеют уникальные вещи, но не всегда делятся ими. Поэтому у нас действительно уникальный архив погибших, раненых и ушедших на фронт Первой мировой войны. Вот. Он единственный вообще в России на сегодняшний день. И, конечно же, мы его оцифруем и сделаем общедоступным. При норме производства молока в России 340 килограммов в год на человека, в Тюменской области этот показатель выше. Наши буренки дают 390 кило. Какая диета помогает увеличивать объемы, выяснила Владислава Фирцева. Свою историю СПК «Емуртлинский» ведет от совхоза «Емуртлинский», который долго и успешно существовал еще в советское время. Сейчас предприятие не менее успешно. Это лидер в районе по молочному животноводству. Это одно из четырех подразделений «Емуртлинского». Новый комплекс появился в 2009 году. Животновод Татьяна Ивановна помнит, и как шло строительство, и как появились первые жильцы. Самое лучшее поголовье, которое было завезено из Нителя, это, конечно, были германки. У них средний надой был тогда, после отсела, самый лучший надой это был 52 килограмма за сутки. Сейчас стадия Муртлинского почти 4500 голов. В первом квартале этого года получили в среднем 1700 килограммов молока от одной коровы. Прирост более 130. Залог хороших результатов – четко продуманное питание. Ну, кормовая база у нас состоит в основном кормосмесь. В кормосмесь входит у нас синаж, силос и различные добавки, жмых, концентраты, естественно. Для каждой группы животных у нас балансируется свой рацион. Он подбирается по группе крови животного. Принцип, как у известной диеты. Только цель не сбросить лишние килограммы, а напротив прибавить и повысить качество молока. Сейчас животноводы к тому же занимаются оздоровлением стада и планируют завершить его к 2016 году. Мы находимся на ферме Октябрьска СПК «Емуртлинский», где прошла реконструкция двух коровников. Второй коровник был, реконструкция была проведена, закончена в 2012 году. В перспективе здесь может появиться еще одна современная ферма. Ставка области на развитие животноводства. Молока должно быть больше. Своя продукция сейчас важна особенно и в условиях работы в ВТО, и в связи с закрытием украинского молочного рынка. Пути решения областные парламентарии искали на апрельском заседании. Мы понимаем, что это экономически очень выгодное направление, и цена, закупочная цена на молоко растет, и мы должны еще больше уделить этому вниманию. И путь мы этот видим все-таки через такие крупные фермы, которые оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой. Сейчас в регионе строится современный молочный комплекс на 1800 голов, работают мегафермы. Всего на развитие областного животноводства в этом году планируется потратить более 2,5 миллиардов рублей. Владислав Фирцева, Дмитрий Бурматов, Николай Комаров, Сибинформбюро. Нашу молочную продукцию, как и другие товары местных производителей, покупатель легко находит на прилавках. Ориентир – зеленая эмблема «Покупаем Тюменское». Программа, которая начиналась как краткосрочная акция, превратилась в областной проект. О продвижении натурпродукта. Анастасия Макеева.
Ягоды, вода и сахар. С этого простого рецепта начался бизнес тюменца Аркадия Богданова. Вот уже 2 года его небольшое предприятие поставляет на прилавки натуральные морсы из клюквы, брусники и смородины. А в ближайших планах расширить линейку продукции. Концепция нашего производства – это не громадный какой-то завод, который будет работать на всю Россию. Это завод, это мини-завод по производству интересной, здоровой продукции, реализация которой будет на территории города. Ну и, конечно же, есть планы на Тюменскую область. Правда, поначалу, признается Аркадий, были сомнения. Ведь одно дело производить, другое – реализовывать продукцию. В этом компании помогает областная программа «Покупаем Тюменское». И, как заверил Владимир Якушев на онлайн-конференции «Вслух.ру», действовать и развиваться она будет и впредь. Вся наша инвестиционная политика, она поддерживает и малые предприятия, она поддерживает и микропредприятия, и средние предприятия, и крупный бизнес. И для всех на сегодняшний день есть необходимый набор инструментов для того, чтобы их поддержать, как в плане оказания некой интеллектуальной помощи, так и в плане оказания конкретной финансовой поддержки. Одна из главных задач программы сегодня – продвижение тюменской продукции на прилавке федеральных сетей. Для этого летом организуют серию торгово-закупочных сессий, чтобы продавцы и производители смогли общаться напрямую. Первое, что нам удалось привить, первое, торговые сети понимают, что без товаров местного производителя они никому не интересны. И те новые, которые заходят, и в этом году тоже порядка 2 новых представителей гипермаркетов возникнут на территории Тюменской области, и мы с ними ведем активную работу. По поводу того, что, ребята, не сделайте ошибку. Если вы зайдете и попытаетесь там без товаров тюменских производителей, вы просто отпугнете людей, и потребитель не пойдет к вам. Ведь в качестве местной продукции тюменцы давно убедились. Это вообще наш самый последний продукт, в принципе. Кто-то без наполнителей здесь. И без консервантов. Натуральный йогурт хранится всего 5 суток. Без вредных добавок предприятие из Покровки выпускает всю молочную и мясную продукцию. Люди знают собственные бренды и узнают. Тюменские бренды. У нас очень довольно-таки широкий ассортимент сельхозтоваропроизводителей, которые экспортируют в том числе в Москву свой товар. Продвижение продуктов местного производства тоже часть программы «Покупаем Тюменское». Например, малыши об их пользе теперь могут узнать из специального мультфильма. Не все продукты вам полезны, да и выбор их велик. Как найти вам те, что нужно, мы подскажем вместе дружно. Кому, как не спортсменам, знать толк в здоровом питании, потому именно они в скором времени появятся на рекламных плакатах с тюменской продукцией. Переговоры еще ведутся, но, возможно, в списке будет капитан сборной России по мини-футболу Николай Переверзев и призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев. Анастасия Макеева, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро. Это точнее, спасибо, что остаетесь с нами. Сезон ремонта дорог в разгаре. Все лето специалисты будут работать на трассах Ярково и Лутеровск-Шадринск и Арамашево-Вагай. Отремонтируют также 4 участка федеральных магистралей, рассказал руководитель областного управления автомобильных дорог Алмаз Закиев в программе «Утро с вами». На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, вот тот самый сложный участок в Увадском районе, там будет 20 километров дороги, капитально отремонтировано. Плюс тоже капитальный ремонт подвергнется очень плохой участок в Ишимском районе на дороге Тюмени-Шимомск. Угу. Укладываются в сроки и строители развязок в областном центре. А в ближайшее время начнутся работы по возведению нового моста в створе Челюскинцев. Конкурс по проекту уже завершен. Где дорожные работы будут проходить в среду, узнаем из рубрики «Теленавигатор». Затруднения в движении возможны на следующих участках. Водителям лучше не планировать свой путь по улице Тимирязева. Там прокладывают канализацию и водопровод, поэтому на участке от Червишевского до Московского тракта временно ограничено движение. Будьте внимательны и на Максима Горького. На перекрестке с Советской начались раскопы из-за замены коммуникаций. Пробка может образоваться на Николая Чаплина. Там рабочие начнут укладывать новый асфальт. А к ямочному ремонту приступят на Ленинградской Карла Маркса. По возможности эти улицы лучше объезжать. Сверяйтесь с теленавигатором и не теряйте время в пути. Трудности каждый день в дороге, в магазине, в поликлинике. Мы с ними сталкиваемся постоянно. Но с высоты своего роста не замечаем, как в большом городе живется очень маленьким людям. На них показывают пальцем и могут даже обозвать обидно. Не от большого ума, конечно. О преодолении жизненных препятствий. Анастасия Лизаревич. Стандартная система ручного управления, то есть на себя газ,
Вот, а от себя тормоз получается. Ильнур Хисматуллин транспортный вопрос для себя решил. Год назад человек ростом 1,20 м сдал на права и теперь на проблему смотрит с высоты рулевого. Этот малый не промах, еще и находчивый. Здесь детские тележки, высокие, как раз под нас рост. Миниатюрная кладь для миниатюрных горожан. Стандартные тележки в супермаркетах им не подходят. На выручку приходят детские. Поход по магазинам для Ильнура с Анастасией тоже проблема немаленькая. Многие продукты, которые нам нужны, они часто лежат на самых верхних полках, то есть до них нереально достать. Вот. Эта парочка вызывает улыбку и обращает на себя внимание. Хотя тут не до смеха. У влюбленных серьезные диагнозы. Его до 13 лет мама носила на руках. Ее ножки перестали расти в 3 года. Хотя у обоих и родители под 1,70 м, и старшие братья-сестры под 1,80 м. Мы бы хотели побольше маленьких тележек. И не обязательно детских. Ступеньки пониже желательно, да. Кассы, вот эти вот стойки, вот эти вот пониже. Выбор одежды – отдельная история. У меня 34-й размер обуви. Если кроссовки можно, в принципе, любые найти, то туфли найти – это практически нереально. Чтобы такие были не детские, а действительно такие на каблучке, нормальные, симпатичные. При своем самом обыкновенном росте 1,70 м рядом с Ильнуром и Анастасией я чувствую себя просто великаншей. Однако и маленьким, и большим, уютно и комфортно в городе должно быть всем. Анастасия Лизаревич, Роман Чинахов, Сибинформбюро. Дискомфорта нам всем, инфекции и вирусы добавляют. В Тюмень вернулась корь. В городе уже выявлено 9 домашних очагов этого заболевания. Оно не только заразное, но и дает тяжелые осложнения, включая поражение центральной нервной системы. Об эпидемии речь не идет, но врачи в полной боевой готовности. Первые пациенты с корью поступили в больницу в начале мая. В Тюменской области эти случаи первые за последние 4 года. Как мы пришли к выводу, что учитывая, значит, вот эти активные потоки, миграционные потоки, люди к нам приезжают и с целью трудоустройства, наши люди выезжают за границу и в страны ближнего и дальнего зарубежья и на другие территории за пределы Тюменской области, то, конечно, завоз инфекции этой вполне вероятен. Медики подчеркивают, обезопасить себя можно, поставив прививку в поликлинике по полису. Напомню, корь особо опасна для детей самого раннего возраста. Когда человек болен, врачи советуют спать побольше. Но сон, в котором мы проводим, страшно подумать, треть жизни, должен быть правильным. Если по утрам вы просыпаетесь с болью в спине или просто, как говорится, в разбитом состоянии, пришло время задуматься о смене матраса. Карин Закирьянова поможет с выбором. Матрасы, подушки и прочие товары для здорового сна под маркой «Аскона» давно зарекомендовали себя. В их составе используют безопасную ортопедическую пену либо уникальную пружину «Песочные часы». Каждый продукт при этом сертифицирован Росздравнадзором. Матрас – один из тех предметов обихода, который напрямую влияет на наше хорошее настроение, бодрый дух, на наш позитив, на энергию, на все. Поэтому это время, которое мы проводим во сне, надо проводить также качественно, обращать внимание на то, как мы спим, как мы отдыхаем. Уже в магазине покупатели могут самостоятельно протестировать каждую модель. Здесь очень удобный матрас с пружинами, причем пружины, как я поняла, разные комплектации, ортопедические, поэтому очень удобные. А само открытие превратилось в настоящий праздник. Посетители салона увидели яркое шоу, послушали джазовую музыку и поучаствовали в лотерее, где главным призом стала кровать от фирмы «Аскона». Досталась она семье Теревянин. Мы очень рады, конечно. Нам вот как раз ему нужна была кровать, потому что диван уже ему не подходит, поэтому и растет позвоночник, как бы тоже, чтобы хуже не было с позвоночником. Мы хотели как раз кроватку покупать. Кстати, здесь найдутся товары на любой кошелек. Новый салон «Аскона Фитнес» находится в Тюменском микрорайоне. Карина Закирьянова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Но в Тобольске открылась новая торговая сеть «Крепыш». За 10 лет работы в Тюмени она завоевала доверие и уважение покупателей. Рядовые табуляки, а также строительные фирмы и бригады сразу оценили магазин, где одновременно можно купить товар для дома, сада и отдыха. В одну группу входят электроинструменты и ручной инструмент.
и крепеж, метизная продукция, гвозди, саморезы разные. Также у нас очень много товаров направления сад-огород для рыбаков, для охотников. Очень много одежды и обуви. Тобольск на самом деле для нас первый город, где мы открываем свою федеральную сеть, потому что Тобольск является культурной столицей Сибири. Сотрудники магазина знакомят с новинками и показывают покупателям, как работает техника. В ближайшее время компания откроет в Тобольске центр поддержки пенсионеров. Распространять свой опыт сеть намерена дальше. По всему Уральскому федеральному округу мы планируем открыть 18 магазинов до конца этого года. В 2015 году у нас планы двигаться в центральную часть России и в восточную ее часть. Делиться опытом предстоит и лучшим педагогам дополнительного образования. Итоги областного конкурса показали, авторские программы для дошколят вселяют в малышей веру в себя и в образ современного учителя. Об успехе, основанном на любви. Материал Антона Быкова. Малыши уже запросто справляются с числами. Могут посчитать не только ступеньки нарисованной лестницы, но даже самих себя. Задача педагогов этого центра в том, чтобы дети научились воспринимать себя как часть целого, коллектива. Евгения Латфулина работает в этом направлении более десятка лет. И о ее успехах теперь говорят и коллеги, и родители. Только 2 года, как я знакома с Евгенией Анатольевной, она произвела на нас самое прекрасное впечатление, как педагог, как воспитатель. И как человек души. Вот это душевный человек, который располагает детей на процесс воспитания, процесс обучения. Свою обучающую программу Евгения Анатольевна представила на конкурсе профессионального мастерства. Говорит, что участвовала не ради состязания, а чтобы у других поучиться. Добрый день, уважаемые участники и гости областного конкурса профессионального мастерства педагогов. Конкурс объединил не только педагогов, но и работников сферы молодежной политики. Соревновались руководители учреждений, специалисты молодежной политики, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы. Много участников, немало направлений. От естественно-научной и туристско-краеведческой до художественной и социально-педагогической. Однако главным критерием оценки участников стали даже не сами программы. Такая характеристика, как харизма, она очень сейчас так актуальна, да, в оценке, но действительно это способность человека повести за собой. Евгения Латфулина не особо рассчитывала на успех, однако выяснилось, что ее харизма вполне может сочетаться с природной скромностью или даже застенчивостью. Простите, маленькая ремарочка. Латфулина Евгения Анатольевна, первое место. Ее программа «Почемучки», направленная на общее развитие детей дошкольного возраста, развитие речи, формирование социально-коммуникативных качеств, элементарных математических представлений, заслужила высшей оценки в социально-педагогической направленности. Очень сложно и ответственно, но также очень интересно работать с детьми. И, наверное, каждый выбирает свой путь в жизни, чтобы это было и близко к сердцу. Если ты любишь детей, то это большой плюс к твоей педагогической работе. Похоже, именно отношение педагога к детям определяет их отношение к педагогическому процессу. По крайней мере, предстоящий поход в школу будущих учеников уже не пугает. Я думаю, что там будут такие же, что там будут писать так же, как Евгения Анатольевна. Конкурс позволил выявить действительно лучших, и образ современного педагога детям нравится. Антон Быков, Николай Морозов, Александр Вележанин, Сибинформбюро. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и смотрите точнее. До свидания.